А почему лисице стало холодно, и она решила искупаться в лаве? Ответ на этот вопрос вы узнаете в конце видео у ролика. Не переключайтесь. Салют всем зависимым от интернета. Меня зовут Бав. И это та самая рубрика, где я вам показываю самые занимательные находки, связанные с Майнкрафтом. Это может быть что угодно. Текстуры, датапаки, забавные скриншоты, механики, самоделки. В общем, все, что интересно, смешно и полезно. Все авторы указаны, и все, что можно скачать, находится в описании. Также хочу подметить, что без вашей активности этой рубрике не жить. Поэтому, если вы хотите продолжения, то давайте наберем 30 тысяч лайков, и будет все хорошо. Короче, погнали. Кто же это? Пугало огородное или же простой фермер-работяга? В любом случае, жизнь его помотала, конечно. Знакомьтесь, это свиноголем. Парень берет и модернизирует модельки и текстуры мобов, а также некоторых предметов. Вот подборка его работ. Бумажный сундук, который открывается при нажатии на рычаг. Настолько плодородная земля, что посевы вырастают мгновенно. Вам могло показаться, что он отбил стрелу мечом. Не хочу разрушать ваши мечты, но в действительности эта стрела отскочила от самого игрока. Дело в том, что после получения урона вы на мгновение становитесь неуязвимым. Я построил машину, которая продемонстрирует вам это. Сейчас она выстрелит в меня двумя стрелами подряд. И как вы видите, последняя стрела отрикошетила. Вот и вся магия. Книжная анимация с великолепным сюжетом. Майнкрафт RTX с его большими ошибками и кроликами. Мало кто знает, но если вы переименуете слиток золота в TNT и подсунете его пиглину, то он тут же взорвется. Я вас разыграл. На самом деле это датапак. И скачать вы его можете где? А сейчас вы видите гениальный механизм на командных блоках. Он добавляет в игру грибной лук. Куда попадет стрела, выпущенная из этого лука, там и вырастет гриб, который обладает пружинистым свойством. Это очень интересная механика, поэтому советую вам ее опробовать. Скачайте карту и наслаждайтесь. Один из игроков Майнкрафта исправил механику вагонеток. Теперь они работают так, как по идее и должны работать. Это выглядит очень здорово, и хотелось, чтобы сами разработчики добавили это в игру, но зачем их ждать, если можно прямо сейчас скачать датапак и повеселиться? Все, мой друг, закончились на сегодня интересности. Увидимся в следующем выпуске, который будет только если вы этому посодействуете. А вот и долгожданная отгадка. Все дело в том, что под лавой находится блок, а под блоком курица. А как известно, лисы охотятся на куриц.